нашли музычку, Дэвиду очень нравится, и вот выучили первую часть. Давай, Дэвид. What's the name of the song, David? Raining tacos. Ну, короче, дождь из такос. Я убираюсь, так, знаете, с легонца. Это моя такая ежедневная работа. Дэвид, смотри, что сделал. Я ему пистолет нашла, и он теперь стреляет. Look, David, look. See, what is it? I don't know. You don't know? Вот такие детки. I guess it was in the Мама floor. Должна все это мыть теперь. Слушайте, у нас ветер поднялся. Хорошо, что я шубу надела, свою новенькую, беленькую. Покажусь. Просто здесь нет возможности, ребят, потому что капюшон улетает. Ладно, пока так. Короче, ребята, решили пройти через мол, потому что очень холодно на улице, чтобы попасть на главную улицу. Мне даже губы дрожат, представляете, как холодно. Так, ну все, вот она, главная улица. И мы идем в ресторан. Thank you. Слушайте, много людей. Так понимаю, вот эти ждут. Короче, нам сказали подождать 20 минут. Прикиньте, я сначала растерялась, я говорю, вы чего? Ну, в общем, согласилась. Смотрите, какие тут штуки для ученых. Вообще страшно такое, да? Зашла, сами знаете куда, потому что нам ждать 20 минут. Представляете? Хочу показать мою шубку. Я в джинсах, в своих угах. Нас пригласили раньше времени. Удивительно. Так, меню. Окей. Ну что, давайте заказывать. Принесли Дэвиду разукрашку, как всегда. Ну, он такой, знаете, он немножко разукрасит и все. Ну, потому что взрослеет. Джон занят выбором, не дает его снимать. Ну, короче, девочки, мальчики, вам сказать, у нас гифт-карта, которую я подарила Джону. Там на самом деле две. Такое место хорошее, в принципе. Американское, знаете, такой американский стайл. Я решила сделать эксперимент. Закажу себе... повторяет. Закажу себе салат. Здесь только вариант с курицей. Скажу с курицей, потому что написано курица в саду. Смотрите. Стоит 15,50. И на горячее хочу себе заказать бургер. Булку я есть не буду, а стейк попробую. Могу найти дырку для сока. Джон, can you help me? I can find a hole. Так. Хачучи. Где там дырка в стакане? Это яблочный сок с водой, ребят. О, oh, that's good. Короче, я проиграла, ребят, крестики-нолики Дэвиду. Смотрите, два раза. Он меня обманул вот здесь. Ну как, не обманул, я просто специально пыталась. А вот здесь кроссворд. Хиппо. Молодец. Circle, yeah. Надо обвести. Мы нашли запасной выход вот здесь. И хочу показать, вот смотрите, в каких шапках здесь ходят. Кто-то у меня спрашивал, и мне нравятся шапки. Вот смотрите, там женщина сидит в шапке. И вот здесь тоже покажу быстро, потому что очень близко сидят к нам. Вот. Такие шапки. Я без шапки сегодня. Ждем нашу еду. Дэвид обнаружил, что вот эти столы раскладываются. И у нас вот такие вот полукруглые. Джон сказал, я не буду раскладывать. Ну, я говорю, ну, не надо. А нам нравится с Дэвидом. Смотрите, какая прелесть. И... Uh-huh. Девочки, мальчики, смотрите, нам все принесли. О, да, я. That's mine. Смотрите, как у меня еды. Thank you so much. Какая прелесть.
для Дэвида. Yes. И для Джончика он сейчас принесет. Слушайте, ну я вообще вся в еде. Дэвид, look at that. Daddy. Thank you so much. Yeah, everything good. Так, это для Джончика. What is it, John? Chicken. Короче, у него сэндвич. Куриный сэндвич. Огурцы он не любит. Смотрите, как выкидывает. Решили есть, и мы обнаружили, что нет вилок, ножей. Нифига. В общем, сидим, ждем. Но я не жалуюсь, мне все нравится. Салатик, смотрите, какой. Что вот это такое, я понятия не имею. Do you know? I don't have idea. Смотрите на Джончика. И у меня вот такой бургер. Бургер я есть не буду, буду есть только мясо. It's a garden salad. Покажу вам американцев. What is it? Chicken roll is a Okay. Tomato and cucumber. All right. Видите, Дэвид подсказал. Оказывается, это курица такая в чем-то. Короче, сейчас отковыряем курицу. Короче, после вкусного обеда мы захотели мороженое. Смотрите, как выглядит почта в центре города. Только в центре города. И вот эта елка, девочки, мальчики. Шли к Харвелл. Взяли мороженое. Ванильное и шоколадное для Дэвида. Дэвиду очень нравится. Первый раз мы сюда заехали. Скажу честно, здесь не очень хороший район. Но мы сейчас отсюда уедем. Ну и в завершении блога, ребят, разжигаю костер. Уточки, которые насобирала. Вот эта бумага от пакетов. Ветер очень сильный. Веточки еще есть. Вот здесь полили все. Дэвид сказал: мама, хочу маршмеллоу. Я говорю: ну окей. А я хочу костер. Руки мерзнут, губы замерзают. Говорить невозможно. Ветер очень сильный, ребят. Вы видите, пламя улетает. Ну, я рада. Хочу. Сейчас маршмеллоу нажарим и все. Ладно, ребят, с вами я прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.